Токинско-Становой национальный парк. Плато Аканон. Озеро Аканон. Вот такое. Дым, пожар недалеко. Может, километров 40 от нас. Ну, сказали, большой объем. И вот сюда, к нам на плато Аканон, тоже дошел этот пожар. Все в дыму. Солнце светит, но как бы все в дыму. Вот такое озеро. Да, там далеко горы, их было видно, но сейчас в дыму не видно. Вот только, которые к озеру прилегают. Это лодочка нашей экспедиции. Мы на ней плаваем тут. Глубина этого озера 175 метров. Самое глубокое озеро в Амурской области. Озеро Аканон. Еще его зовут Инженер. Потому что когда-то тутэвенки впервые увидели инженера, геолога, который искал золото. Это было начало 20 века. Поэтому его эвенки и до сих пор зовут инженер. Но на карте он Оконон. Око. Горячий. Канал Таежный обитель приветствует вас. Я нахожусь на территории Токинско-Станового национального парка. На озере Аканон. Это плато Аканон. И считаю, что это место, место силы. Тут особая такая атмосфера. Растут огромные деревья, хотя ниже, мы выше находимся, хотя ниже, там деревья более угнетенные. Здесь вот эта вулканическая плата Аканон, она имеет какую-то свою, свой микроклимат, свою энергетику. И эту энергетику я хочу сейчас передать вам, моим зрителям. Я постараюсь, я уже показывал вам на Туксани, как я набираю энергию, энергию неба, энергию земли. И сейчас я проведу этот вот такой обряд для себя и для вас. Набираем энергию космоса. Набираем полные руки. Набираем и направляем ее в себя. С головы вниз по всему телу, по всем клеточкам, по всем органам. Энергия космоса, энергия Солнца наполняет меня, и точно так же она наполняет вас. Вот энергия этого места силы. Набираем, 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 набираем. Энергия неба, чистого неба. Хотя сзади меня все в дыму. Но это уже деятельность людей. И от Солнца и космоса это не зависит. Это наше просто безобразие. Набираем энергию Земли снизу. И также ее впитываем в себя. Набираем и впитываем в себя. Энергия космоса и энергия Земли. Я уже говорил, это как заряд батареи, плюс-минус, плюс и минус. Духовное и материальное. Вот так вот набирается, набирается, набирается. Я сейчас вот для себя просто набираю, 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 набираю. Провожу, провожу. Опа, 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 опа. Энергия космоса набирается в вами. Опа. Даже вы
если не хотите, она все равно наполнит вас. Наполнит на каждую вашу клеточку, каждый орган. Все ваше тело почувствует эту энергию. Вам охота подвигаться, вы чувствуете легкость, такую силу, мощь космоса, мощь энергии солнца, звезд, бесконечности. Опа! О, хорошо, как хорошо. И тут же набираем энергию Земли, матери нашей Земли. Она наша мать. Мы вместе с Землей кочуем по всему космосу. Но она наша мама. И мы набираем ее энергию и на себя вот так. Опа, опа, опа. И на вас точно так же. Вот я, опа, и на вас. И на вас. Нет ничего божественной природы. И вот сейчас эта энергия природы, космоса, природы Земли, она обновляет вас. Она делает вас физически и духовно более продвинутыми. Если вы это правильно воспринимаете, то вы духовно и физически будете более мощны, более защищенны, менее уязвимы. Опа! Опа! Ох! Опа! И опа! Расслабились, поводили вот так вот. Ой-ой-ой! Как хорошо, как будто моешься этой энергией, заряжаешься, буквально заряжаешься. О, как хорошо, о, бесконечный вечный дух, ты не имеешь ни начала, ни конца, ты не... Опа. Войди в мою жизнь, исполни меня желанием быть добрым, истинным, чтобы руки мои творили добро, чтобы язык мой произносил лишь правдивые слова, чтобы мысли мои были прекрасны для того, чтобы я мог себя приближать к тебе как можно ближе и ближе. Ну вот такой маленький для вас заряд вот этого, вот этой силы, с места силы, как я считаю, с Токинского станового национального парка. Плата Аканон, вулканическая плата. Вот здесь я сделал себе оберег. Это камень хризолит. Мне Ольга Агни, огненная Оля, подарила. Я буквально вчера вот сделал ремешок. И это мой амулет теперь. Он, естественно, он ничем не отшлифован, ничего, только камушек и ремешок с оленей кожи. Вот такой вот замшевый. И дополняет мою сову. Я сова, я вам уже говорил. И вот это волны, идущие от меня, энергетические, идущие ко мне. Вот это вся моя атрибутика на мне. Еще раз скажу, я не шаман, я просто в этот образ вхожу и как бы действительно ощущаю вот эти приливы силы, и общение с вами для меня становится таким на духовном уровне, на моем. Нет ничего божественней природы. Нет ничего выше истины и нет ничего дороже человеческого общения. Вот без этих трех составляющих нам просто как бы тяжело продвигаться. Всем желаю добра, удачи, радости, любви, здоровья, творчество, гармонии.
самим собой и с окружающим миром. Пока-пока.